Я Мелихан Лайдос. 7 января 2022 года. В моей семье трагедия. По приказу президента Касым-Жомарта Токаева убили мою младшую дочь Айкорке. Ранили, 7 пулей хранения получила Саша, дочь Жанель. Средний сын Бегислам психологические травмы получил. Бауржан, старший сын, также был ранен несколькими ранениями. С 16 января 2022 года после моего заявления по покушению убийства моих детей возбудили уголовное дело. С того дня, 16 января 2022 года, оказывает на нас, на мою семью, психологическое и моральное давление. По уголовному делу засекретили незаконно. Стрелявшие люди, преступники, они идут все свидетелями. На сегодняшний день несколько были разного рода давления. 22 октября 2023 года на меня напал малоизвестный человек, проживающий в моем ЖК, и нанес несколько физических побоев. На мое обращение в полицию просто мои заявления не берут, просто уничтожают, дело не возбуждают. Также давление оказывают разного рода, это в соцсетях, разными провокациями. Также честно слово, я уже не знаю, как мне вырезать, что мне делать. Я очень устал, моя семья очень устала. Прошу, правозащитные организации, обеспечить безопасность моей семье, помочь, поддержать, так как в Казахстане происходит беззаконие. На законные требования потерявшего ребенка моего, Айкорке, на законы мои требования не выполняются. Наоборот, нас преследуют, нас давят, нас уничтожают, нас бьют. В Казахстане бесполезно куда-то обращаться нам. Нам здесь небезопасно. Помогите, пожалуйста.